Владимир Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Он приехал в Москву. Встреча состоялась накануне вечером в Кремле. Обсуждали пути и способы борьбы с террористическими группировками. В частности, речь шла о продолжении операции воздушных сил России в Сирии. Спасибо, что, несмотря на травматическую ситуацию в вашей стране, вы, тем не менее, откликнулись на нашу просьбу и приехали в Россию. В соответствии с вашей просьбой мы приняли решение и оказываем эффективную помощь сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом, который развязал против Сирии настоящую войну. Сирийский народ практически в одиночку оказывает сопротивление, борется с международным терроризмом в течение уже нескольких лет. Несет серьезные потери, но в последнее время и добивается серьезных результатов положительных в этой борьбе. Попытки международного терроризма оставить под свой контроль значительные территории на Ближнем Востоке, дестабилизировать ситуацию в регионе, вызывают законные опасения во многих странах. Это беспокоит и нас, Россию, имея в виду, что, к сожалению, на территории Сирии с оружием в руках против правительственных войск воюют и выходцы из республик бывшего Советского Союза. Их насчитывается около 4000 как минимум. И мы, разумеется, не можем допустить, чтобы они, получив боевой опыт и пройдя идеологическую обработку, появились на территории России. Большое спасибо, господин президент. Прежде всего, мне хотелось бы выразить огромную благодарность всем лицам руководства Российской Федерации и прежде всего российскому народу за ту помощь, которую она оказывает Сирии. Но самое главное, что все это делается в рамках международного законодательства. Асад также отметил, что если бы не вмешательство России, боевики могли бы захватить большую территорию. По итогам переговоров лидеры обеих стран пришли к единому мнению. Любое военное противостояние должно закончиться победой над терроризмом.